choice than trying to forget what you said to me. I have no other life to offer you, and I'm proud of it. I have no other hope than trying to escape from this reality. I understood that all I ever knew, all I ever saw, was a deep, dirty lie. That all I ever knew,
Да, можно и двоечкой. Да, да, нам же слайдик. С утра была нормально, а потом к обеду. Легендарный пилот этот самый, как его. Пенриеровский, да? И чувствительная эта вещь. Вот, ну, пилот с этим, со щитом. Ну, хорошо. У него что-то тоже такая же система, тоже пилот. Хорошо. 40%, да. Ну да, почти половина, почти 50. Конечно, 40 это да. Ну да. 100%. Ну да. Да, без него тебя станет, и тупо стоишь, и тебя выносит. Согласен. Вот. Даже не обсуждается.
стопудово. Конечно, жалко. Сейчас доиграю, пойдем, да. Ладно, да. Заканчиваем это. Заварушка. Тебя шредеры, что ли, подкрутили? Так лупят они неплохо. Надо в МК их загнать. МКшни вообще должны накидывать жестко. Я бы не сказал. Что там стало? У тебя же есть тира. Да-да-да, он лечит и соседей, и хорошо, и еще там, что он еще выполняет? Это вообще круть. Еще купить этот модуль 2 за 2500, это вообще у него... Это будет не пробивайка конкретная. Надо Золотянычу сказать, чтобы он этого на своего тира поставил легендарного. Ну да. Сколько там помогает легендарный? Еще тащут полный рост. Да, все так говорят про этот модуль, не только ты. Что его только против всех. Хуя, огнеметы со стана. Что надо послать? А как ты его перекинешь с основного на однослот? Ну да, сейчас надо ангары переделать, согласен. Мне тоже очень нравится тарановый арест, очень прикольная штука. Да,
Или огнеметы, или короны, согласен. Но огнеметов так как нету, игнайтеры. Глори, да, я тоже очень доволен. Охуеть, я запустил игру в развернутом режиме, вертикально на телефоне, все роботы длинные. Такие, все, я вышел. Так, вай-вай, роботы. Пошел. Сейчас я удалю вот эту вещь. Ну, возьми другую. Я хавал, зубы чистил, что ты мне даешь. Не-не-не, я не буду. Сейчас, да, я налью только кофе одну минутку, даже меньше. Быстро, через
Алло, алло. Да-да. Привет. Здорово. Даня, ты на стриме? Джокера, передай привет. Салам передай. О, бля, передал уже. Передай, что, жалко, что ли? А, Олег. А, мне не слышно? Ну, это хорошо. А, нет, тебя слышно, а, ты музыка поставил? Олег, я просто я хотел попросить это. Ты нашел, который сундук крутит, который в голове попадает, да? Ну. Ну, случайно, да? А, как робот попадает? Новый робот. Тоже случайно. Все попадает случайно. Чисто фар. Кому подфартило, тот и взял. Кто не фартовый, тот не взял. Случайно, да? Все случайно, у всех все случайно. Всех убей. Мне кажется, новый ангар нравится лучше, чем старый ангар. Лево, Эвенджер, Пунишер, блядь, никакой ласт нет, никакой ничего нет. Ну, рогатка была охуенная, беги. Который у меня был, ты видел, да, Олег? Да. Я его, который способность поставил, 50% быстро бегает. О, и не может прыгать. Да, не может прыгать, но бегает быстро очень. Ну, это хорошо. Как бомба бегает. Прикольно. Ну да, хочется быстро. Мне нравится. Если бы еще инвиз у нее был, было бы еще круче. Еще инвиз надо поставить. Да, да, да. Было бы как лод. Ну, сейчас модуль есть. Толик. Что, ты напротив всех играешь, Даня? Олег, ты чё? Я жду, когда он закончит, сейчас пойдём вместе. Раз, два, три? Не, зачем? На 3:15. Вместе. 3:15. 2. Вчера видел фантома, забрал в супер игре. Да, вечером.
открыл за 1002 сундука и потом супер игру Фантома забрал. Я позвонил Фиксам, говорю, дайте Фантома, человек хочет уходить с игры. Конку ставлю. Что ставить? Ну, мы вдвоем, как бы, мы вдвоем можем, по-моему, загнать кого-нибудь. Давай ей быстрый бой. Бой с гладом, быстрый бой. Могим. А ты бомбу не ставишь, ангар? Пусти обратно. У тебя лодки есть, как бы, поэтому тебе можно и не ставить. Не, я по центре, бомбический пацан, я бомбический. Я все сразу иду. О, Натали. Натали. Да-да-да-да. Йоу! Бэм! Это называется бэм! Бэм! Кто-то меня спалил моим адабейцево. Кто-то там жарает, жарает пулеметами. А чё, они решили Наташами разменяться? Одна зипсовая Наташа с той стороны, одна с этой. Это два бота стопудово. Одинаковые зевс и эти самые указки. И с нашей стороны такая же. Это стопроцентовые боты. Боты, да. Ну, конечно. Два бота. Один с той стороны. Но идентичные роботы ставят, чтобы дополнить ангары. Ставят и с той стороны. Блять, они крысятся. Вот это я ненавижу, этот режим. Маяки им не надо. Они... Надо было мне ту ломбасы взять. Я бы еще там разъебал в той коморке. Пойду слева, обойду, закирячу. Идем, пошли. Сейчас идем туда. Слева? Или где высадил? Справа высадился бегемот. Сейчас иду к тебе. Дрюк, по-моему, ты сейчас сдохнешь по моим подсчетам и расчетам. Непередаваемое ощущение. Вон, сверху резнулось, буду в бэрях. Привет, мужчина. Здорово, щиты. Нет, тебе прыгнул на башку этот мерк. Да-да, мерк, я его убил за это, конечно. Да, он ответил. Да. Он за это поплатил. Да офигеть, как опасно.
чего это зависит, интересно? Люгер. Блю Сокс. Сосакс. Блю Сосакс. Я такой мощный типок. Ебать, он на игнатерах. Фенрир на игнатерах. Вот то, что я хотел. Ебать, как он палит. Вот это моща. Вот это моща. Олег, ну это знаешь, как будет? От 100 метров моща. Это очень доступно. А как? 350. 350 и ближе игнатеры рубят. Нет, игнатер. Вот 100 метров. Почему? Тут 150. Потому что до 100 метров пробаксер дамажнее. А, дамажнее, быстрее выносит. А вот 100 начинает, а 350, это... Сейчас я доиграю, я же дотягиваю бой. Надо же вытягнуть это дело. Давай, я, в общем, пока соберу. 18. Шоковой клюк это что? Вперед, назад, влево, вправо будешь настраивать. Я тупо, ты готов? Да нет. Две минуты. Да нет, тебя звать. Ну, бега ждать. Этих 23-22 на одного бота мы ведем пока. Я сейчас только что одного флека на убил с третьего захода только. Не, ну тараны тащат. Мне тоже очень нравится тарановый РС. Не знаю почему, но он мне нравится. Ай-яй-яй. Сука, блядь, долю сотую секунду. Да я его другим ботом сейчас заебашу, коня ебаного. Сдохни, падла. Очень чудненько. И есть еще одна. Сейчас пойду того грифозника еще убью и буду вообще. Последнего бота добиваем. Блять, а что за глю? Отойди ты, пиндосина. Хотел мне помешать.
Одна секунда, все, затащили. Фига себе, лям 400 серебра вытащил с этого боя я. 2439 дамага, 10 кило. Да-да, дави. Ой, а я уже вышел, да. А чё, куда меня засунило? Я позвал. Я уже с вами? Всё, я с вами. Пусты. Пусты. Гонку, да? Давай прево одну, а потом гонку. Ну, пока он настроит этот блюстак. В гонке же быстрее бои будут. Ты настроил, Даня, свой блюстак? Давай тогда пускай гонку. Если настроен сап, давай запускай гонку. Не проблема. Давай, поставим Андрюха. Всё, погнали. Месяца думают на центр бежать, видите? Иду я с ними разбираться, значит. Второй я чпокнул, не вкипишь. Тоже всосал, мне помог кто-то. Я мы с Даней помогли. Так, правый главное не отдать, а так все будет чики-брики, брюки у громыки. А чё с ним? Косяк. Давайте вон туда на угол встанем, вот сюда на этот правый, с него вообще идеально можно их держать. Да, на центре стоять нежелательно, на самом деле. Вот тут, но на правом уголочке, вот тут, мне кажется,
Чё там? Да все наши маяки. Где лево? А, это да. Это Дуримор, а не дракон. Косяк в Блюстаксе с башней, попробуй как-то его настроить. Потому что я не знаю, я. Я понял, попробуй что сделать, потому что если это косяк, то может ее исправить можно, а так она у тебя работает, все остальное не вылетает, не глючит, это классно же. Да, кое-что проверь, может там какие-то настройки, там, хрен, я не знаю, я не шарю в компьютер, да, видишь, я не шарю в этих ваших компьютерах. Summer's gonna have come home, summer's gonna have come home, spring game, bounce roll, spring game. Summer's gonna have come home, summer's gonna have come home. А ну-ка секунду, я улучшение сделаю, у меня там одна реклама и в МК поставлю дальше этот корону. Так, раз. Ну что, Дань, нормально? Ну вот этот настроил, все там, что надо. Я вот гидро это будешь? Олег. А, мне даже сказал. Ну что? Ага. Херово. Олег, что у тебя там? Секундочку, вот сейчас захожу. Так, вот ставлю робота в МК, перевожу. Ауджангу. Все, МКшный 12-я Глори. Так. Давай, зови, Андрюш. Я кинул тебя. А, ну, жду тогда. Идем. Бомба у меня фуловая. Кидай еще разок. Не знаю, я жду в ангаре, никуда не дергаюсь. Я вот
что ли, ничего не нажимается. Идите тогда без меня. Да, игра висит. Я вижу, вижу, я перезагружаю. Она что-то не нажимается. Я хотел что-то сделать, все зависло. Перезагружаю. Да нет, там не нормально. При трех маяках у меня дело вообще летает. После компа унесу. А, значит, в обратную сторону надо сделать. Ну, вот и все, вот и решилась проблема. Ох, бля, как Глорин мочит. Я хуею, с 300 метров уже так она херячит. Подкруткой на этот самый, как его, скажи мне, на кучность. Вай, что вытворяет. Готов, кондитер. Ребята, Глори, это жесть. Есть контакт. Плохо, 0.2, 0.3 делай в ту сторону, нет? А по нулям если сделаешь? Не? О!
не могу понять, потому что не играл. Не знаю, о чем речь идет. Понимаешь, что вот этот экран, чувствительность, так, там и мышка. Есть плюс-минус, жестче, мягче. Мышка должна быть так же. Бля, ну Глори меня вообще радует. Ты в МК перевел, да? Все, да, МК 12. Кучность наняла. Кучность стоит. Ну все, тут вообще имба. На что осталось? Ну, она на бомбе стоит, но она уже, прикинь, она с 300 метров так закидывает, аж видно прям, шик-шик, а с ближки-то вообще-то. Здрасте. Разбираю без взрыва. А что с драконом? Дракон стоит вон видеть. Он постоянно. Там ты видишь его? Плюс-минус, там по циферкам. Это very good, очень хорошо, very good, да. Ну все, красавчик, ставь и погнал. Зато вылетать не будет, глючить не будет, это лучше. А потом ты приноровишься и к этому, и настроишь, найдешь, что там надо. До 100% потом настроишь. Ну, по ходу. Двое вообще налили струханной воды. Ком. Двое ком тут. Что за режим-то? Трево. Так, справа альпинист. У меня там это пир. Ком бульбак, ком рус. Thank you.
первый раз так получилось. Я сверху, получается, на него. Он взлетать, а я Глори зацепился за его Авенджер. И он со мной начал подлетать и взорвало его. Но не полностью, но меньше половины. Ну так первый раз я зацепился красиво. Турбинить начал, охереть. На какую рекламу? Ну видел, турбинщики были? Ну. Свинами. Ну и постоянно будет, и мы за счет них будем получать ключи. Ой, эти рекламы. Только ключи не будет. Реклама в стол. Маша, идем рекламу смотреть. Я не посмотрел, походу. Да, гонка. Везде что вытворяет, бомба, блядь. С этим кашечным 12-м аппаратом на голове. Пятого уровня, Глорина. Готовлю на этого. На пенрирчика. Да вообще капец. А с этой, с кучкой, она вообще ништячка. Не знаю, не наблюдал. Пока. Сейчас посмотрю. Так это если поставить пульсар, ему еще в прыжке будет как накидывать. Или талимбас, или еще что. Надо глянуть будет. Зовите меня. У яга-йога. О, Локи бегает. Локи, у вас фулка? Как это у вас там трое сидело? Как выйти?
сейчас блогер уходит, подожди. Сейчас блогер уходит. Не надо никого выкидывать из рынка. Сейчас кто-то и так отваливается постоянно. Давайте. Ну, я так не могу играть, слушай. Рекламу тогда, если пора. Да. Точно, турбина, потом мы три этих боя сделали. Да, стопудовая реклама. Да. Хочу. В смысле, нельзя? Ну, вот так, как мы сбрасываем. Почему? Интересно. Там нету такой функции. Да, это сакс настоящий, если рекламу скинуть. Надо, что ты хочешь сказать, там смотреть надо ее? Да, ну. Нет, ты можешь это самое, Дань. Ты можешь себе поставить телефон из телефона.
кто собирает. Дискорд выкинуло. В игре-то? Все, загрузился. Дискорд выкинуло, перезагрузил. Вот ты. Угу. Получается, у меня как будто 3 рекламы сейчас и перезагружаться надо. Как будто ускорилось. Или у меня глюк. Когда ты находишься и кто-то играет, кто-то мешает, сбивает с игры. Ну, не играешь. Ну, нет терпения у человека. Нет, все страшно. Как идет, что надо, как надо. Опа, бомба, бомба, бомба. Игровая бомба. Больно мне его огнемет нравится.
жарим. Очень хорошо работает. Корона мне нравится. Нравится тебе сборка? Корона очень. А, слышь, Андрюха, я тебя хотел спросить, ты забрал уже легендарного Натира? Да ну нафиг ты что, нет еще. Вон Даня уже забрал. Там крепче будет. Да, да, я хотел тебе сказать, Даня, он говорит, вообще крутая тема получается на тире. С ну, легендарка. Олег, это сколько голды надо? Еще 30 тысяч, чтобы его прокачать. Я не Олег. Знаю сколько. 25. Я же не буду его качать, как это. Обычно ждать вот этого пока. Да конечно, 60 уровень. А, не, смысла нету. А второй тир у тебя? А второй тир там у меня 40 уровень, вот. Тоже смысла нету. Здорово, страх, пойдешь? Или кто там? О, доктор, пойдешь ты в игре уже? Или заходишь только? Че, места есть вы? Да. Да, а че? А, ну давай, я, я стрим маленько посмотрел ваши, ты видел, что пулка бедная. О, ребята, Каюк, Рамзес, Дестройер. Это что, гонка или нет? Вот. Все, друзья. Курочка. Да. Ну вон он напротив нас, а чем мы прикалываемся? Так, кто здесь да есть? Не боитесь. Сама? Они там бульварки возьмут, как обычно. Пошли к Крюгер. Любимый бот Изи, любимый бот Рамзеса. Друзья его ушли, и он ушел за друзьями. Он уже так сказал, за друзьями. Да. Даня, уходи, бомба бежит. Не добежит. Ну, вот так бывает. Вот так выходит. Кто-то теряет, а кто-то находит. Ну как получается, так и пизда. Ну от перенос, от переменной, как так называется? Полагаемо, сумма не меняется. Ну, только отношение к сумме меняется. Ну что, надо бежать? Что, поможет, думаешь? Я не думаю, что поможет. Ну тут у меня были беглецы. Я думаю. Какая леди? Где вы леди? Видите? А вы что? Заметили, может, нечего в ВМК переводить сейчас 500, что это 375? Уже 500 обратно. Я вот тут вот сейчас
было, нажал. А, да? Да. Так, мне кто-то в спину кто-то меня накирячивает. Слева тут тоже отберем. Пошли на маяк. На центре работает. ТД, походу, да? ТД. Хорошо. Забирай. Заходи, заходи. Я забрал домашний еще. Пойдет. Там у нас домашний, блядь, отжимает. Домашний держу. На рысе. Орех, убивай, иди. Мешает вообще. Не, показывай ей. Вот ну это вот летающее. Тебя. Я его грохну. Дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Я твой друг, и ты мой друг, старый верный друг. Тран-т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 ан. Тай-ран-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа, а что случился? А что случился? А что пропал? А я кого-то наебал. Центр отбил еще один орех. Кюк-к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 юк. Так, смотрим еще раз на центр. Там пойдет сейчас бракон. Обвор. Там уже все мертво. Мертво все. Мертвы бджоли не гудют, а если гудют, то по мертвому. Есть глазик. Я по нему работаю.
Я то же самое отрабатываюсь. Кто слева идет еще? Где строится? На рейсе. Включай. Щит выдержит там где. Считай, что нет. Грохнем. Да, я дистро тоже вынес. Потушили что? Ну да. У нас не фул тушит, да, там или что у нас получается? Или фул? Не, я не знаю, да, какая разница? Для кого? У нас, не, у нас четверо всего было. Видишь, дистро только тащил. Не было бы быстро вообще. Ну не было бы быстро, да. Я откуда знаю? Димас, 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 какой Димас? А, Димас, так Димас уже давно не играет. А чё ты доктора не взял? Надо было доктора взять тоже. Чё, значит, ты опять что-то меня не подходит? Блин, надо было запомнить доктора, сорян. Блин. О, ещё я раз запомнил. Они же. Ещё. Даже. Они же даже. Давай ещё раз так же. Ну давай, Дистер, бомбами закусимся. Не-не-не-не-не. Бомбу надо показывать тебе, как играют бомбой. Вот так. Бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак. А Дистер, что там делаешь? Ну, видать, позвали они его. Они же сами не умеют играть. Они же сказали, хотим перетащить. Они же не скрывают этого. А сын, я... блядь, в городе. Садитесь, пожалуйста. Дайте мне... Даня, дай пройду, пожалуйста. Взрослый Робин Гуда. Вот как я застанился. Да потому что застанился я почему-то. Однако. Ничего страшного, что сделаем. Но это позор. Четверых не вынести пулк, на самом деле. Это надо задуматься. Задуматься надо. Так, а что у нас там еще? Центр надо. Собираем центр, значит. Ребят, я на центр пошел. Идите в город, помогайте, дай. Дай маме. Кто в меня стреляет? Дистер, они тебя не прикроют, Дистер. Они тебя не прикроют. Сейчас я иду к тебе. Я помог там и иду к тебе теперь. Налево. Это мне в спину накидывает жестко. Давайте отнимайте пока город. Здесь я здесь уже тоже у городах и селах. Городах и селах.
хорошо, я помогаю. А что там забрали в сторону, да? Понял. Это фантом, да? А не, фантома грохнули уже. Видел. Так, тут Блиц, и кто еще второй фамилия? Что вы не забираете право? Нет, кто сказал? Ну давай, я заберу тогда. А влево кто идет? Тогда. Нет, влево или вправо? Давай распределимся. Ну ты здание заберете город, а я заберу тогда право. Только скажите, что вы туда идете, я скажу, заберу право. Ну право забрали. Лево вы забираете, да? Я его право отожму. Люк, со мной пошли. Пошли в город, да? Ты думаешь? Центр отберете, нет? Сейчас отберем правый и заберем все. Если правый и левый. Забирайте центр пока. Давай, беги пока на центр. Мы отжали ту сторону, сейчас отожмем и другую сторону. Какой проиграем, ты чё? Ну, ничего страшного. Ничего меня. Они уже все. Они на последних ботах. Вот я иду сейчас город отожму. Город там. Главное, не отдавайте прав. Синяки просто отдают, понимаешь? Вот это слабо, конечно. По синяки отдают. Сейчас я бегу к тебе. Я тут 3 дракона, я обоих посадил. У меня, конечно же, есть. Обоих выношу. Мне справа нужна помощь, ребят. Да я только справа отошел. Ну, только пришел через центр, я только отошел. Отойди пока туда, сейчас мы добьем этого здесь, придем туда. Да нет у них шансов, но я знаю их игру, там без шансов против этой игры, ребят. Варика не будет, это не боталом чесать, в игрушки играть. Не, ну все, я закончился. А, ну все туда, все. Это моя кухня. Ну там клюгер еще сейчас подбросит. А у меня еще 2 бота. Дистер у них больше всех набил. Что, у вас пулка, да? Не-не, нас четверо. Сейчас позовем тебя. Все, сделал скрин, да? Так, я пока пропущу, ребят. Позвонить надо. Давайте, давайте.
А это по пропуску, да? Угу. Ну, пропуск, да. Похвально. Насколько по антиконтролю качанному перезарядка? 15, да, секунд. 15 секунд? Минус 15 секунд. А так у него сколько идет? 20, 30? 40, там, 40 минус 15, это 25 секунд перезарядка получается. Ну круто, ну круто, да, ну круто, да. 25 поинтереснее, Саша, согласен. Согласен, 100%. Так, я больше включил, если кто зависит. О, 500 голды забираю по этому самому. Давай, приятно, я с доктором сейчас погоняю. Давай, давай. I'm
twisting on wrecks when sinews give way. Strapped to a wheel, yet they shall not break. Faith in their hand shall step into the unicorn needles run them through. Split all ends up, they shan't crack, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion. No more may gulls cry at their ears, or waves break loud on the seashores. Where blue a flower may a flower no more lift its head to the blows of the rain. Though they be mad and dead as nails, heads of the characters hammer through daisies. Break in the sun till the sun breaks down, and the death shall have no dominion.
Что-то мне Тарановый этот нравится в последнее время. Дитрих. Хала Таран. Заходит мне этот бот, не знаю. Я сменю Тарана на корону и что? Не, у меня команды. Есть на... У меня есть Короновый. Корона... Все-таки... Понял. Что, настолько серьезный баг? А, это... Думаю, что-то жестко, когда они бьют это. Да-да, мы только зашли, зайди в бой, и мы тебя дождемся. Ой, тут две коровы. Я иду на пирог. Я иду на этот пир. Давай я тебя закрою, щитом. Иду на пир, на весь мир. Ой, жирная какая, смотри, штар. Эпический корбит. Еще одна. Смотрим. Я тут только дала на стенда добью. Заберет она меня. Полную корону забрал. Кто это такие заезды какие-то? Ну, фулка, да, середнячковая фулка более-менее адекватная. Если нету четырех тащеров, выносит всех. А в четыре тащера можно сыграть. А что эта корова дохлая валяется? Я в нее могу стрелять. Так я ж тебе и говорю, четыре тащера я знаю. Четыре тащера хватает, чтобы выносить фулки. Я ж только что об этом даже сказал. Даже три тащера хватает. Три не хватает. Если боты нормальные. Не, а, ты на мне. Сейчас я пойду. Алло. Да-да, на. Хамеш Дакот, они меня не хозерили. Алло. Амарти хамеш дакот ани хозер элеха. Кен, добрый. Сейчас. Меня с диска не выкинуло? Блядь,
Так, нам надо центрабельный, да, отжопивать? Или их не правый, или центрабельный. Сейчас. Сейчас. Я не в курсе. Мимо, блять, опять баги пошли, блять, ёбана в рот. Сама мимо хуя. Так, я там вынес летуняку. А если бы, блядь, не пошел баг игровой, я бы еще и забрал еще одного. Высушить не получится, надо забирать все эти центры. Да, быстрее, еще быстрее, беги, еще быстрее, поможет тебе скорость движения. Не-не-не-не, центрабельный надо отжопливать. Контроль надо качать, чтобы быстрее перезаряжался, это 100 пудово. Так, центр отбросил, я не отдавать теперь. Питер пошел выносить, заносит и подносит. Центр не отдавать, будет на центр заходит, да, сейчас? Мерк этого забирайте. Или читрака, вил? Центр не отдавайте же, говорят вам. Чё ты сюда? Центр, центр. Зачем ты вниз спустился? Я ебу. Так ты же не лечишь. Хулипон то, что ты спустился. Ты же говоришь, нету. Пока не было, да. Ну, так лучше бы центр поддержал тогда в таком случае. Да, я пройду туда. Попадать в эту пидорасину. Все, последний год у меня, блять. Так ты не подлечил нихуя. Да не. Нахуй ты побежал вперед, что ты не лечишь, Гена? Ну, что ты убежал, что ты не лечил? Так ты убежал, говорят, лечить ему. А что ты вперед побежал? Ну, надо ж маяк взять, а то у нас время. Да нихуя не поможет, уже убивать их надо было. Ничего не спасет этот маяк. Лечить надо, лечить. Блядь, говорят одно дело. Вы что, не слышали? Так это, ну тут тебя ж убили, кого лечить? Конечно убили, потому что ты не подлечил. Ты убежал, вот и убили.
Ой-ой-ой, когда вы же, бля, научитесь играть? Говорят, лечить, она говорит, я лечу, спустился, лечи. Лечилки нету. Лечилки нету. Пиздец, ну я хуй, так мне надо позвонить. Я же лечил, где вы все? Ну, тебя там не достало лечилка, просто ты в строю был. Но этого не было, когда я вниз снял. Да, удивляете вы меня. Что у тебя с глазом, Фагин? А не хуя пока. Ничего не сказали пока. Не вижу, пойду на консультацию записался. Получше в Москву поеду. Да, правильно, в Москве получше. К Андреевичу заедешь там. Да не отправляйся. Да. Дело в том, что у нас вообще такого не делают. Идет стрим, да? Ладно, смотри, сейчас попозже. Не, я просто может получится там с Андреевичем выйти. Ну, через 10-15. Может, да. Он там знает все больнички, если что-то везет. Ага, ты ж вроде тоже в Москве. Не, я подмосковый немножко. 230, по-моему, километров. Я тоже под Москву. 430. 430, нихуя себе. Это Гарина или какую сторону? Да. Ну тут быстро тут эта ласточка это ходит. Там полтора часа и все, я у нас. Там работаешь, да? Работаешь. Mm-hmm. Туда полтора часа, там час 20 и обратно. Час 20. 3 часа на езду и 8 на работу. 6 часов. 6.
trying to fool it. What you said to me, I have no other life to offering. Поставить блюстас и настроить мышку, потому что вылеты они больше задрачивают. Почему без варианта? А может с мышки проблема, такого быть не может? Если другую мышку поставить, нет? Ага, ну я не разбираюсь, видишь. А ты где? Все версии мема или новейшая, или не. А, ну. Попробуй новую, или старую, наоборот. Это я как понял, будут гореть. И он прям на дракона будет похож. Очень крутой. Я своего дракончика заимкашил. Посадил его на протеин. Сейчас будет он качаться. Хочу второго дракона найти. На вайперах тут против тяжеловеса. Фирячили.
блядь, это что за глюки? Я ебу, вот это, пиздец. Вот жалко, да вообще, боты, как будто бульвард на телепортах, как фантом, что-то что был. Один в один, бульвард на телепортах. Ой-ой-ой-ой-ой, я бью в одну сторону, он раз и с другой стороны метров 50. Ай-яй-яй. Вот это жесть, вот это жесть. Но у меня если так будет получаться, я точно играть не буду. Я игры сворачиваю в таких случаях. Так, у меня работает, да, Wi-Fi слышно, все слышно. Вот это жопа. Вот это жопа. Жесточайший телепорт, это не телепорт, это пиздец полнейший. Очередь на бомбе двух драконов забрал, на МКшной горе. Взрыв, две пиздюли с горе, нету дракона. Прикинь, такой жесткий. Поцелуйчик от Глори. Без взрыва. Ой, вернее, без дополнительных примочек. Взрыв. Две тульки до светульки. Взрыв, две тульки до светульки. Это прикольная штука, когда 50% наводка ускоряется на Аресе Скоржова. Быстро перекидываются плети.
5 часов. За 5 часов знаешь, что можно сделать? Много делов. И злых, и не злых. Очень жесть. Не просто жесть, а супер жесть. А что так? Кто украл коня из цирка? Сегодня какие-то все ибо квакнутые. Блять, опять они тут маяк проебались. Блять, я что там, вечно инвизибл? А чё, сука, у вас у лохов глазиков нет? И я ваш рот ебал. Да вообще. Ну, это круто. Сейчас я уберу, Даша, а ну сейчас говори так. Я уберу так. А ну сейчас иди сюда. Мне же не слышно, ты говори, если что. Не-не, говори, я убирать буду. Как-как? Супруга Натаньяу. Ну, это премьер-министр Израиля. Отказалась попробовать. Без понятия. Бля, вообще не знаю. Надо будет глянуть. Не-не-не-не, надо будет глянуть. А что, они на Украине были где-то? Пиздота. Девять маяков, 9 килов, 2 300.
загрузил. Ну это еще круче. Который заходит, это очень плохо.
я 20-ку еще. Thank you.
gonna get bumped. Shoot. We'll be right back.
Сюда мат не заходит, да?
на скорости жесткая машина. А сколько у него в пилотах есть ускорителей? Такое растение. Три штуки сразу? Ну я понял, три поход. Ну да, фантома сюда заберешь. Хотя бы три раза по 2000, это уже круто. Они в этом месяце вроде дают пока, но да. Владу повезло. Круто.
отсюда ты распределился тут. Не на шутку. Да-да, говори. Не слышно, слабо слышно. Так, сейчас я перезагружу. Давай. А лежи тут? Да. А ты это самое, приглас кидал двум экспертам сейчас, не? Да, он должен зайти голду скинуть на общак. Кто? То я смотрю, думаю, что такое, не пойму. Не, это он зайдет голду, закинет и выйдет. Это этот, ну, Костя все. Сам по тебе. Так их там двое? Двое, да, с двух аккаунтов. А, все. А то я уже думаю, чудит кто-то может что-то. Да не, нахуй. Это все. Еще ствинков эти. Ствинков еще с тех. Сейчас закинет и выйдет. Не, ну, если есть, пусть будет, вдруг еще одно место откроем. Потихоньку. Угу. Сейчас я вот как раз жду. Никуда не ухожу, стою здесь, жду, чтобы он зашел. Вот он в Дискорд мне пишет, отсюда заходит. Блин, жалко, что не дают эти пиксы нам добро на голду. Я бы внутренние соревнования какие-то похвальные сделал бы, призы разные. Угу. Так, конвертирую сейчас третью корону. Чем пуски я взял, кое-что есть там. 4000 вайпера есть. За 4000 вайпера дают 800 короны, все. И 5 миллионов серебра требуют. На конвертации, мне кажется, выгодно только, когда тебе там не хватает чуть-чуть деталей, вот именно добрать. А так смысла я не вижу от начала и до конца. Я сколько, какие бы пушки не подставлял, ну, блин, что-то надо вплотить дофига. И плюс это, вот, хазгул зашел, вышел. Да, сейчас этот самый голду закидывать. А где эта кнопка, которая была кинуть в клан голду, где она сейчас находится? А, наверное, вот тут. Да, где человечки и усилить клан. Угу. Так, у нас 209 тысяч вообще те. Это значит, а 300, еще 100 тысяч у нас 41 место будет. Хотя... Они по сколько закидывают? Сколько есть? Сейчас я узнаю, сколько он закинул. Сколько есть на твинках? Раньше мы так и ставили фермы. Там за полгода по 3, по 5 тысяч заходило, хопа скидывал. А сейчас они перестали закидывать пиксонит. Ну прикинь, 40 человек скидывает по 3, по 5 тысяч. Как они подбух на удар? Ну это не 40 человек, да. Так вот так все и скидывали. У кого 3, у кого 5 ферм стояло. Вот и скидывает. Ну, вот так мы открыли места, да. Видите, сколько мест у нас в плане? Сколько клан мест? Ладно, пошел, я тоже подойду еще. Угу. Все, он оба вывел. Или с этим вторым... А, нет, с патиссоном не зашел он. Да это вообще прикольно. Это значит неплохо. Это замечательно.
тоже говорит, что бочка хорошая. Так, кто-то в клан просится. Бигман какой-то. Узбекистан. Ну, ангар, пускай бы тебя, брат. Скоро будет, не переживай, здесь и глушители, и компенсаторы будут, все будет. А что, ты не видишь, что тут все с папка слизывает, да? Не видишь? А, да? Ну, я не играл, просто... просто ты узнаешь больше или... Ну раз ты играл, тебе-то видно. Того наглые. А ты видел клан на 48 мест? Да ладно. Ты знаешь, сколько стоит 48 место голды? 3810, почти 4 миллиона голды. 47-е 3 миллиона 160 тысяч. Так. 46-е место 2 миллиона с половиной. 45-е 2 миллиона 10 тысяч. 44-е 1,5 ляма. 43-е ляма. Вообще таки миллион голды, охренеть. Дай сюда. Чтобы открыть 48 мест, это надо скопить и вот это голду, и всю голду, и лям, и полтора, и два, и два с половиной, и 300. Йо-йо-йо. Это только пиксоники должны открывать.
Смердилка, а не смертилка. Смердилка, да. Мой. А полный-то,
Циля Нудельман со мной играет. Циля, идем в синагогу. Я тебе научу кушать моцалы. Мы будем. Сейчас осторожно, осторожно, тут есть цель. Спрячься. Надо бежать, хлопцы. Нас убьют. Циля, неси кипу, Циля бьют. Циля, кипу неси. First up, Satori. Ага, вот еще одна была. Затасчик. Держи, иди на. Стрель. Держи на. Ты возьми на стрель. И он стал тоскуном. Потаскушкой. Ну я собираю тоже, у меня тоже уже на него готов пилотка, кокарда и все остальное. Да? Леща только не вижу. Давай, я первый сделал. Ну фантом его будет вообще дрюканить нехило этого леща. Да, фантом дрестанул, он способность пропала, фантом обратно нарисовался. Дратути. Дэн, дэн, дэн лещу, а у него хп мало, у того скорость охренетительная. Ну шо, Циля, ты жива, Циля? Неси кипу. Папа в синагогу идет. Циля живая, надо её к нам. Циля, идём. Не троньте Цилю. Рэби меня зачитает, как надо. Зацели. Я думаю, это не та шестая рука. Нахер, А, Б, М.
лучше, мне кажется. Ух ты, рогатка на двух этих. Пошел отсюда, иди вон. С АВМ стреляй. Курить. Поплюешься, не маленький. Что это за них? Путлер-капот. Путлер-капот. А чудо маг не заходит, я не понял. Неужели я в стенку лупасил? Случилось с дамагом, я не могу понять, пока что вообще мимо, все мимо, все мимо. Потрёпанный, вы чё? Чё с игрой?
Vazgeç gönül parasından, pulundan.
Нет, она была там в коробке. Интересно, Блиц на четырех блейзах должен же.